Что ты себе выбрала? Вот такое. Да, там есть даже вот такое яйцо. Там даже яйцо есть. Да, да. Мы сейчас... А здесь даже яйцо есть. Да, мармелад Вероника себе выбрала, да? Да, вот такие вот. И мороженка даже есть. А я на видео записываю. Ну, давай сюда. Можете отсюда будет красивее. Вот так. Красота какая. Ты иди вот там. Цветы розы? Да. Это кто тебе сказал? В общем, вот растение Антон. Какое-то интересное. Антон. Антон? Да. Он о них знает. Да, он же учится читать. А, недостаточно. Чтобы знать что-то о цветах, недостаточно только читать. Это цветы и розы. А хотя, надо еще смотреть. И читать внимательно, да? А не просто читать. Мы все читаем. Толк-то. А. Иди, я тебя сейчас сфотографирую. Да, это платан, Вероника. Огромный такой. На аллее мы. Сейчас на море пойдем. Сейчас я Веронику сфотографирую и сниму его еще. Как в Европе пальмочки. Мы под шлагбаумом проскользнем. Обязательно под шлагбаумом проскользнем. Ты не умеешь так? Это кто сказал, что я не умею? Я умею. Где угодно проскользну. Да, ты ее видела, конечно. Да, я ее видела ночью. Здесь на Рождество все в огонечках. И вечером тоже очень красиво. Надо снять. Сейчас, Вероник, сейчас тебя сниму. Сфотографирую. Чайки. Там, ну что, значит, в море там идем? Тоже море. На каком автобусе? Фантазерка ты моя. Я пошутила, это шутка моя. Ну, я поняла. Сейчас идем на детскую площадку. На тени хочу ходить. Ходи по тени. В тени. В тени. В тени очень холодно, так что иди на жару, иди на жару. Хорошо, спасибо за заботу. А да, я люблю, тебе когда приятно? Тепло. Мне по кайфу, да. Да, ты потому что любишь жару, а я холод. Ты любишь жару, а я холод. Совершенно верно. Да, конечно.
детская площадка. Пока Вероника катается, я любуюсь горами. Мзымта. Рыбачок. Вот Мзымта в море впадает. Видали как? Прямо там что-то происходит. Привет! Вероника спрашивает, как я сюда забралась? Как? Легко! Вот она пробует лезть. Короче, тут такие интересные штуки. Мимоза.